Так тихо, Леша, сыграем. Да, да, Лех. Да я стесняюсь, не снимай. Да не, не стесняйся, ты же самый лучший. Не надо, чувак. Лех. Выключи. Да не. Ну не надо. Ну, Лех. Ну бро. Ну снимай уже. Да ну сыграй красиво. Ну, ну пожалуйста. Не надо. Ну, Леш. А я же только рэп приготовился читать. Пиздец, Лёха. А, как там это? Карди Би. Угу. Hello, this is... А в городе осень без сна, что ты меня бросишь, я знал. И я закрываю глаза, закрываю. Блин, Лёша так быстро научился играть, быстро и прическу сменил. Вообще классно, когда у тебя стоит дома рояль, то можно подойти и поиграть всегда. Да, чувак. Покупай мира. Понял. Лина, насколько ты плачешь сессионным музыкантом? Я любовью. Ну, а жрать-то что я буду сегодня? Ну, сейчас приготовлю что-нибудь. Ты готовить умеешь? Да. Ладно, пишем бас. Пишем бас. Так, если что, человек с нот играет первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Ну, это произведение. Я сейчас охуеваю на глазах. Говори, что это тебе легко. Реально легко? Да. Блять, значит, я такой долбоёб. Приходите в наш ресторан, живая музыка, очень качественная. Просто прелесть. Друзья, ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, я выложил пост, в котором люди пишут про меня гадости, и некоторые из вас побежали срочно к этим людям писать такие же гадости, еще более гадкие, чем писали они. Это очень неправильно. Пожалуйста, удалите ваши злые комментарии, потому что если вы хотите добиться добра, то не нужно добиваться добра злом. Пожалуйста, будьте добрыми просто. Это все, чего я хотел. Нужно быть добрыми, а не злыми. Те люди, думаю, так все поняли. Пожалуйста, давайте не будем загрязнять.